буквально пару пустяков. Нужно поменять государственную систему. У нас все-таки основа нашей страны — это коррупция. Это самое главное, что мы смогли построить, это коррупционная вертикаль. Нужно просто вместо нее сделать что-нибудь приличное. И сразу изменится климат, ситуация, взаимоотношения, и будут совершенно другие результаты любого взаимодействия между разными народами. До тех пор, пока любой вопрос решается за деньги, либо не решается за деньги, до тех пор, пока самое главное — это иметь компромат на своего соседа, в нашей стране ничего решено не может быть, а Пугачев — это только начало. Что у нас было, например, с Кондопогой, а что было с Благовещенском, про который уже сейчас мало кто помнит, а что у нас, в принципе, происходит локально по стране, о чем мы не знаем. Ведь мы же и про Сагру узнали тоже не сразу. Между Сагрой и Пугачевым какая временная дистанция? А в чем суть? А что изменилось? А по большому счету только нюансы. Но после Сагры что-нибудь изменилось в стране? Нет. А после Пугачева тем более не изменится. Тем более обратите внимание на позицию президента и премьер-министра. В стране очередная пугачевская ситуация, а первые лица чем занимаются? Универсиады. Потому что мячики, они важнее.